Ребятки, всех приветствую на своем канале ICO стартапов и криптовалюты. В сегодняшнем видео хочу вас познакомить с таким проектом под названием Аркона. Официальный сайт данного проекта находится перед вами. Теперь давайте обсудим, чем же занимается данный проект, и а также поговорим о его ключевых преимуществах. Итак, давайте начнем. Аркона у нас является децентрализованной экосистемой на основе блокчейна, развивающая цифровую землю, слой дополненной реальности, объединяющий физические и виртуальные миры в единую информационную среду, идеально связанную с реальным миром. Платформа была выдумана из коробки, чтобы объединить технологическое продвижение отрасли AR, физические и осуществляющий мир, чтобы дать ясный научный на самом деле технический взгляд на другие аспекты человеческой науки. Эта технология была создана, чтобы помочь всем и каждому встретиться с ожидаемым научным ремеслом и решить относительные проблемы, стоящие перед человечеством. Концепция предназначена исключительно для повседневного интерактивного взаимодействия пользователей с расширенным виртуальным и смешанным мультимедийным контентом в реальных местах. Как вследствие Digital Lens, концепция связана с платформой, любой может арендовать земельный участок и начать вести бизнес с платформой данного проекта. Чтобы дать краткий очерк о том, как работает экосистема, вы можете увидеть на сайте. Вот смотрите, вот так вот. Здесь мы можем видеть, каким образом функционирует сама экосистема, и уже проследить в дальнейшем. Чтобы полностью децентрализовать систему, платформа построена на технологии блокчейн и функционирует в этом отношении, чтобы участники могли принять участие в огромных преимуществах, присущих на платформе. Платформа предлагает широкой общественности возможность участвовать. Токен, используемый платформой, являются токены Аркона. Они будут функционировать в качестве стандартного токена ERC-20 и интеллектуального контракта, адаптированного в этом направлении. Владельцы токенов Аркона могут приобретать цифровые земли и другие цифровые активы. Значки также будут предлагаться активным участникам платформы в качестве механизма вознаграждения за их активное участие. Как бы также у нас платформа предлагает свой собственный токен для ICO, чтобы обеспечить реальное членство в обществе и помочь участникам изучить неотъемлемые преимущества данной платформы. Аркона экосистема разрабатывает новую цифровую землю, которая является слоем расширенной реальности, разработанная путем объединения физических и виртуальных миров, образующая новую сущность, которая связана с реальным миром. Давайте немножко поговорим об особенностях данной платформы. Во-первых, у нас это основные функции. Это удаленная установка, построение и торговля собственности, которая безопасна. А во-первых, давайте поговорим о первой особенности. Об удаленной установке. Аркона позволяет любому создавать виртуальные проекты в любом месте цифровой земли, которыми они владеют. Плюс никто не может уходить из дома, чтобы это сделать. Просто выберите самые популярные, самые посещаемые места и купите их. Там вы можете создавать целые миры на своей собственной цифровой земле. Создайте виртуальный курорт, либо создайте проект типа Диснейленда, как насчет нового города, если вы хотите. Также на строительство и торговля. Мировой рынок будет открыт для вас в новом Digital World. Купите, продайте и сдайте в аренду свою цифровую землю, либо ваш цифровой проект. Также у нас это безопасная собственность. Все умные контракты на блочной цепи защищают авторские права и права собственности на данную землю. А затем система сможет автоматически отправлять платежи роялти создателям контента, а также давать владельцу цифровых активов. Также у нас основным преимуществом этой экосистемы Аркона станет Digital Land, основанная на принципах цепочки. Правила использования земли описаны в смарт-контракте эфириума. Затем вы можете купить себе свою собственную партию в обмен на стандартный токен ERC-20, которым является Аркона. Это все криптовалютность, но все криптовалюты действуют и действительно имеют ценность в реальном мире. То есть еще также ваша земля. Это ваша земля, если это ваши правила. Каждая партия цифровых земель связана с определенным местоположением в физическом мире. Здесь вы сможете привлечь многих людей, чтобы поделиться ими с результатами вашей тяжелой работы. Вам нужна Digital Land, особенно если вы хотите создать эти проекты полной реальности в любой точке данной нашей планеты. Смотрите, данный проект уже запускает свой токен Sale, и начнется он у нас уже через час и 37 минут. У вас будет, те, кто были в IT-листе, получат 50% бонус. На пресейле у нас проект собрал 3080 эфириум, что довольно-таки неплохой результат. Будем ожидать, что будет у нас на ICO. Также данный проект у нас представлен своей технической документацией, так называемый white paper, в котором у нас рассказывается, чем же занимается данный проект, описываются продукты данного проекта, что получат владельцы токенов данного проекта, также детали токен сейла. А также у нас, можем здесь видеть, смотрите, токен сейл у нас, вот видите, начнется у нас уже сегодня, как бы, получается, начнется сегодня, 15 апреля.
должен был начинать каким-то образом раньше. И так он начнется сегодня и получается закончится 15 мая. У нас будет ряд бонусов, 25% скидка, и она будет спускаться до 5,5% бонуса данного проекта. Также у нас был два пресейла. У нас была новогодняя предпродажа и просто предпродажа, на которой, в общем, было собрано 3080 эфириумов. Также у нас здесь будут показывать партнеры данного проекта и многое другое. В принципе, ссылочка будет в описании, можете зайти и ознакомиться с данным проектом. Также данный проект представлен на своей ссылочке на форуме Bitcoin Talk, это официальная ветка, если вы можете зайти и вкратце ознакомиться с данным проектом. А также у вас есть возможность принять участие в баунти компании данного проекта. Баунти компании данного проекта описаны такими видами баунти. Транслитер компания, компания переводов модерации, телеграм компания, подписная аватар компания. Потом у нас это Content Creation компания, Facebook компания. В принципе, обширный список баунти, с которым вы можете выбрать баунти по душе и получить свои токены Аркона. Что могут свои токены, в принципе, довольно-таки интересный проект, виртуальная реальность. Это та сфера деятельности, куда сейчас вкладываются очень большие средства. Если у вас нет желания, можете принять участие в токен сейле. Да, кстати, он начинается у нас 15 числа, как написано на сайте. Но каким-то образом начнется через 1,5 часа. В принципе, ребят, если вы решите инвестировать в данный проект, помните все ваши инвестиции на ваш собственный страх и риск. Также, если у вас возникнут вопросы для данного проекта, вы можете задать мне под этим видео. В принципе, на этом все, ребятки. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.